Дед Мороз! Мы наругались, блядь. Погоди. Эх, Дед Мороз. Сниму сейчас, блядь. Ой, Дед Мороз. Что он ругается? Вы не ругайтесь в общественном месте, пожалуйста. Что вы так себя ведете, я не пойму. У людей праздник, а что вы делаете? Ну, по-другому не получилось. Че ты там? Ты че, зачем так кричишь матом, скажи мне? Это вас так зовут, да? А что, в магните петушара на службе, да, значит? Мое состояние вас... Вот ты волнует. Не должно быть. Волнует. Перегаром что-то травят, мне кажется. Да. Дедушке плохо. Не надо. Врете. Вы врете. Вранье. Я мужчина. Не раздет. Тут... Нет, не надо трогать мой мешок. Не надо хулиганить. Хуй наны из балета Гаян. Вот сюда вот скажите. Не буду. Не надо меня трогать. А это вот у нас магнит. Тут внучок мне говорил, что... Просрочку находил. Находил. Подтверждаешь, ну чё? Может, взяли уже. Пойдем покажем. С Новым годом! Ой, хуба, почти как у меня. Только это грязненькое. Так, ну что? Смрад стоит, если честно. Смрадный дух. Мы пришли сделать подарок детям. Подойдет им детям вот этот вот продукт? Тёма? Ну да. Да как... подойдет, детскую же. Ну давай возьмем. Детская. Одно, два возьмем, сколько? А сколько просрочек? Ну ой, а одно-то еще 3 дня осталось, а второму уже все. Какое возьмем из них? Бери правое. Вот нет, это? И дедушка все равно не видит. Дедушка обычно наугад берет. Ну давайте возьмем. Может быть... Посмотри еще там. А вот. Такое тоже возьмем, да? Конечно. Ну давайте возьмем. 4.01 вздутый уже, 4.01.19 12.43. Клоди, только мешок мне не запачкай. Ну нормально, да? Пойдем, Дед Мороз. Да, с Новым годом, вам. Ой, Дед Мороз. Не надо ругаться, не надо. Наругались, блядь. Дед Мороз, погоди. Эх, Дед Мороз. Сниму сейчас, блядь. Ой, Дед Мороз. Мне кажется, это очень плохой человек, да? Что он ругается? Вы не ругайтесь в общественном месте, пожалуйста. Что вы так себя ведете, я не пойму. У людей праздник, а что вы делаете? Мы ищем хорошее настроение. Мат-перемат. Вообще, плохой мальчик, очень плохой мальчик. Этого мальчика надо наказать. Пускай съедает, пускай все съедает. Ну, хорошее настроение, вы же хотели? Ну да, я вижу. Здравствуйте. У меня очень хорошее настроение. Ну, продолжайте. Потому что я очень люблю своих детей и своего внука. Моему внуку 3 месяца. А моему сыну. А здесь покупаете еду? Да, каждый день. Дети еще, если они у вас типа, количество сохранилось детей, да? Смотрите, у меня 2 детей и 1 внук. Просто здесь в магазине мы заметили, продается очень некачественный продукт питания. Ну, потому что... А у меня-то глаза свои собственные есть. А-а-а. Ну, конечно, я же всегда смотрю, что я покупаю. Ну, это же мои дети, а правильно? Бабульки, у которых зрение плохое, без очечков. А которые бабульки, у которых зрение плохое, без очечков, они, как правило, обращаются к продавцам, чтобы они им, прочитали. А если зубы были обратиться? Так не бывает. Не бывает. Так не бывает. Не-не-не. Вы, наверное, как и я, из сказки. Какой интересно. Мне вот хотелось бы знать, с какой я сказки. Про Деда Мороза. Не, там, где Дед Мороз, Дед Мороз добро побеждает. Про Дед Мороз. Да, правильно. Вот я точно не про Дед Мороз. Сказка не про Дед Мороз, это не про меня. Стопудово. Я всегда смотрю, что я покупаю своим детям. Потому что это мои дети и мои внуки. Песенки. Ну а кто за них будет отвечать? Магазин? Нет. Я. И они тоже должны отвечать. Нет. Не должны? Нет, в первую очередь родители. И отвечают за бабушку, за своих детей. Ну, по-другому не получилось. Да, там плохой мальчик. За своих детей. Ну, по-другому не получилось. Че ты там? Ты че, зачем так кричишь матом, скажи мне? Мальчик. Вот именно, действительно, вам уже замечание, сколько людей делают. Материться. Вот не культурный мальчик. Мы ему не будем подарки. Дед Мороз ему не подарит подарки. Согласны? Да. Вот, все. Вам никто подарки не подарит за такое поведение отвратительное.
Это вас так зовут, да? Ути. Петушара, видите как. Представляется, ходит. Да, петушара, говорит он. А, это петушара был? Да. Вот оно, да. Служебные петушары. Смотри. А что, в магните петушара на службе, да, значит? Получается так. Ну что, тут, я думаю, без этих самых поприщников не обойдется. Я тоже думаю, такое поведение хамское, отвратительное. Дедушку Мороза посылают не в какой-то там Устюг, а на другой юг. В общем, надо вызывать опричников, которые, я думаю, вытащат эту вот безобразину отсюда. Что у нас? Мелкое хулиганство? Да, звони, звони. 15 суток на Новый год. 50% скидки. На просрочку? Да. Ах, вот, опричники. Петушари, просто курятник. Нет, сотрудники. Один ходит, сотрудница нетрезвая, второй вот так вот, возможно, тоже под чем-то, и вот всех посылает. Деда Мороза послали. Деда Мороза послал на юг. Посох тебе, дедушка, новый нашел. Ну, куда это годится? Мишурой обмотать и съесть. Ну вот это у нас сотрудница, получается, бабулька, да? Она здесь работает. Вот почему она на защиту встала. Потому что она к петушаре зашла. Кстати, можно заглянуть, наверное, да? Заглядеть не будем, но заглянем, наверное, да? Заглянем? Загляни. Здрасте, а вы, значит, знакомы, да? Мы хотели вот спросить, а как же вот у вас такое поведение в отношении, это только нас или вот всех покупателей вы так ненавидите, скажите? Ну, я заметил, что вы детей травите, например, да? Да это всего 5 лет ненадолго. Где мы детей травим? Покажите, пожалуйста. А что? Покажите, где мы детей травим? А вот посмотрите, вот можете вот заглянуть в нашу детская, корзину. Детская есть. Покажите, где детская? Есть. А кому ну, детская. А когда? Мне покажите, а пожалуйста. Кто? Ну, покажите мне, пожалуйста. Ну, вы сказали. Вот есть. Сейчас молодой человек мне сказал, ну, что вы травим детей. Да. Я хочу увидеть, где. Ну, вот покажите. Здесь. А здесь недостаточно детям уже. Детям? Да, вот там. Вы имеете в виду детей до какого возраста? До 6 лет. До 6? Да. Окей. Так же, как и санкция. Там. Так же, как, в принципе, и статья 238 УК РФ. Да есть. Ну, мне кажется... Ну, вы мне покажите. Ну, у вас такое состояние. Ну, вот там. Мое состояние вас вот лично волнует. Не должно волновать. Волнует. Вы здесь, мне кажется, сотрудник. Вы я здесь оскорбляете человеческое достоинство, общественную нравственность. Да. У вас состояние. Сказки, ну, как, а чего ж? Ну, вы, я держу в руках, я никуда не убираю. Да я ладно, мы ждем. Вы сейчас вдруг уроните просто, я боюсь. Да. Даже если я уроню с коробкой, ничего не случится. А, да. Да? То есть тут такое постоянно, да? Так нормально, да? Не, ну если я уроню, с коробкой не слачу. А нам не нужна коробка, нам нужно содержимое коробки. Это же продукт. Да вы мне обещались показать, где я. Я не обещался, я просто сказал, что есть, я не обещал. Вы мне сказали, я травлю детей. Да. Я вас прошу показать, в каком месте я травлю детей. Ну покажите мне, пожалуйста. Так вы же не сотрудник, или сотрудник, скажите. Я вам расскажу потом, хорошо? Нет, сначала. Пускай это останется... интригой. Не, в Новый год Дед Мороз. Нет, нам такая изюминка, к сожалению, не нужна. Не-не-не. Хорошо, нет? Нет. Ну, если только на утреннике в спецприемнике. Спецприемник где? Где? Ну, выбирайте, у нас есть на нижних, на Мневниках. Смотрите, 8 декабря. У нас спецприемники на Мневниках и на улице Фруктовая. Вам какой больше подходит? Лучше Мневники, я здесь живу. А, ну, хорошо. Мы будем ходатайствовать. 8 декабря. Да. А сколько разница? 25 дней. Ну, а сколько? Ну, 8 декабря. Ну. 8. 9, 10, 11, 12, 13. А почему 10? Ну да ладно. Ну да ладно, пускай 8, даже будет так. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31. Раз, два, три. А сегодня-то какое? А сегодня-то какое? А вы скажите, вы... Плохо его знает, какой сегодня. Вот. Ну, просрочено оно, на самом деле, уже на два дня. На два дня, да. Не так много. Окей. Не так много, как окей. Остальное. 25 суток. Ну? Аккуратнее тут девушка, тут детей травят. Да, не стесняются ничего. И убивают! И перегаром что-то травят, мне кажется. Да. Дедушке плохо.
Не надо, не надо, не надо. Что, вы тоже материтесь, да, оказывается? Конечно. Вы заразились. Мне кажется, вы только что заразились от этого некачественного вот, человека. Он совершенно себя вел недостойно. Но у нас есть люди качественные, некачественные. Но он некачественно себя вел абсолютно. Вы не берите, пожалуйста, на себя такой вот ответственность. Я беру. Беру. Это мой олень, я ему разрешаю. Людям, ваш олень, это ясно видно, что это ваш олень. Ну, не досмотрели, наверное. Ну вот, просто как бы это... Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Он уже ушел. Вот. Нет, к вам пришел. И? Ну, дальше. Ну, все, мы... Вот вы нас отвлекаете, на самом деле. У нас мессия. У нас мессия тут. Мессия. Мессия — это не вы. Ну, а кто ж? Мессия — это совершенно другой, как бы, ну... Окей, хорошо, персонаж. А у вас мессия, в лучшем случае. А она возможна? Давайте ставить ударение. Она возможна? В русском языке. Или невозможно? Мессия? Я не знаю. Possible или impossible? Я плохо знаю английский язык. Давайте по-русски. Выполнимо или невыполнимо? Миссия? Да, конечно, наша. Выполнимо. А, ну все, выполняем. Выполнимо. Все, мы, а я советую вам вашу миссию по продаже. Не надо мне советовать, верите? Вот нет, не верю. Вы мне, не верю. 30, мне 50. Давайте вы мне советуете. Ничего не будет. Нет, смотрите. Внукам советую и вам посоветую не торговать просроченными продуктами, а особенно детям. Следить за этим. Пойдемте. Пойдемте со мной. Хорошо? Нет, я уже. Не, ну пойдемте. Я уже женат. Я вас с не, вами я никуда я вас не один, не, на один я, не предлагаю. Вы только что видите, душили какого-то там молодого человека уже. В любовных объятиях. А, ну вот я боюсь этих, еще больше их. Ой. А к тому же вдруг он увидит, заревнует, а? Что вы скажете? Я переживу этот момент. Так, видите, я боюсь за молочка, себя. Молочка. Да, вижу. Молочка детская, видите? Да, да. Пойдемте. Ну, пойдем. Я туда вас веду. Ну, пойдемте. Вы что, серьезно решили, что вы... Туда или туда, куда? Там молочки много. А к детской молочке. Вы понадеялись, что я вас куда-то это? Ну, я откуда вас знаю? Вот сейчас шкаф закроете меня. Где? Вот здесь вот. Где вы здесь нашли шкаф? Вот здесь, вот здесь, например. Вот, поехали. Вот здесь вот, например. Погнали. Ну, было. Давайте. Ну, погнали. Ну, я же его тут не оставил, я его уже спрятал. Я не знаю, я его спрятал в укромные местечко. Я ничего здесь не трогал. Ну, я же говорю, оно уже перекочевало. Неправда. В наш волшебный мешок. А, здесь не было. Здесь не Неправда, было. Здесь не было. Здесь не было, я за два дня снимаю. Не за было. Два? Да. А, значит, так, то есть... Это не детская. А, это, ну, это не детская. Мы детская. А, вы только детская снимаете? Сказали, вы мне только что сказали, что да. Вы, мы травим детей. Ну да. Вот детская. Поехали. Ну, оно есть. Ну вот, снимаете. Так, а другой этого не снимаете? Вы мне сказали, что вы детская, да. Ну, что мы детей травим. Вот детская. Так здесь мы все, мы уже отсюда все сняли. Ну, наверное, что? Все, я не все, может, проверил. У вас не было ничего. Врете. Ну, может, и вру. Вранье. Но... У вас там в телеге есть детское молочное питание? Это мы опричникам покажем. Молочное питание детское, да. Покажите мне его. Опричникам покажем. Нету. И врете. Ну, бывает. Врете. Можем ошибаться. Врете. Ну, нас не рассудят. Нас рассудят, а врете. Но... Наш Новый год рассудит. Вы врете. А еще раз. Я, мне не дошло. Знаете, есть такая передача на По телевизору? На ТНТ, да. Не имею такой вредной привычки на смотреть ТНТ. Телевизор. Ну, ваши трудности. На ТНТ есть Дом 2. Передача «Дом 2». А, там есть такой слышал. Участник, ой, Валерий не надо. Блюменкранц. Не он нужны говорит, вот такие, знаете, подробности. Вранье! Это вы? А, это вы, оказывается, там. А я мужчина? Ну, вот личину сменили и... Я мужчина. Я не знаю, может быть, вы закамуфлировали. Я мужчина. Я не знаю. Я мужчина. Я с вами не настолько тесно знаком, как не он раздеться. Тут. Ой, боже упаси, я сбегу. Тогда я вас спрашиваю, я мужчина? Откуда я знаю? Вы мне паспорт покажите, я вам отвечу. Да не вопрос. Ну, покажите. Конечно, я вам покажу, вон у меня в камере хранения лежит паспорт. Ну, принесите, мы подождем. Вот ключ. Ну, принесите, мы посмотрим. Я вам прямо отвечу. Я боюсь, что стопудово вас здесь не будет к тому моменту, когда я принесу паспорт. Ну, давайте, принесите. Не, несите давайте, я подожду. Мальчики, хватит врать. Хорошо, хорошо. Я прямо уже, я скоро уже сам буду пьяный от этого. Вот смотрите. Да. Вот молочка детская. Здесь есть, чем мы травим детей. Я думаю, вот сейчас... Покажите. Вот я думаю, сейчас уже нет, потому что здесь поработал Дед Мороз со своими друзьями. Вот Дед Мороз. 4 суток. Вот Дед Мороз. Да. Вот его мешок. Там да. Есть детская молочка. Мы посмотрим покажите, чуть пожалуйста. Позже. Мы чуть позже посмотрим. Хватит врать. Ну, покажите, пожалуйста. Чуть позже. Мы чуть позже посмотрим. Хватит врать.
Ну, покажите, вам, может быть, даже покажут. Нет, не надо трогать мой мешок. Не надо хулиганить. Я спрашиваю, детская молочка, пожалуйста, надо трогать мой покажите мешок. Мне. Детская молочка. Нет ничего. Нет ничего. А зачем вы хулиганите, вот скажите мне? А потому что вы врете. Ну, вот смотрите, раскидали здесь хорошо все. Хорошо, вы врете. Раскидали здесь все. Хорошо, вы врете. Вы врете. Ну, вы врете. Ну, вы зовите об этом вот кому-нибудь. Вова не хочет. А, так вы еще... Ну, я его зашью. Хотите, я его зашью? Да я спасибо. Вы купите. У нас вот как раз... Уй, наны из балета Гаяны. Зачем вы матом опять разговариваете? Зачем вы матом разговариваете? У меня есть, я умею пользоваться. Зачем? Я умею пользоваться. Зачем сегодня порвали? Я... Только сегодня купили мешочек Деду Потому Морозу. Потому что вы его отнимали. А. Здесь детская. Детская, где? Покажите. Где? Вы начинаете говорить, что я травлю где? Детей. Где детская? Актимель нету? Актимель взрослый. Тёма, есть? Срок какой? Я не знаю, посмотрим попозже. Новый срок какой, смотрите. Ну, я боюсь просто вас. Вы, вас поведение, я даже не буду тут юлить, оно боитесь, неадекватное. Мальчик мой, правильно боитесь. Да. Детское. В корзине нет детского. Ну нет. Значит, вы врете. Даже взрослых травить нормально, можно. Да мне. Мы сейчас разговариваем с человеком. Я вообще не хочу с вами общаться. Что я травлю детей. Я не знаю, кто вы, я сказал он магнит. Он говорит покупателям. Да. Что здесь травят детей. Да. Показывайте. Не буду я вам показывать, я не знаю, кто вы. Ну, вы ну паспорт несите, вы обещали. К тому моменту, когда я принесу сюда паспорт, у вас здесь не будет. Будет. Замажем? Замажем? Я не знаю эти зэковские всякие причуды. Ну, стопудово замажем. Ну, замажем, я не знаю. Замажем? Давайте замажем. Руку давайте. А, нет, у меня занято. Руку давайте. Нет, я не могу. Там не фиолетово, что у вас рука занята. Я не могу вам подать руку, извините. Окей, с Дедом Морозом? Где? Я с ним хожу вместе. Да. Я с Дедом Морозом замажем? Я боюсь, Деда, вы так себе... А? Не, вы просто так себя ведете, что вы не рукопожатная, к сожалению. Что ж вы так сцикло-то такое, а, ребят? Ну, что ж вы врете-то, а? Вы пугаете людей. Я? Пугаете, да. Вы меня пугаете, честно говоря. Вас? Да, я боюсь. О, смотри. Пугливый. А там петушара, кажется, вылез. Вы такой пугливый. А там петушара, кажется, вылез. Вы такой пугливый. Я, да. Вам лет-то? Лет 30, наверное, да? Не 35. Знаю. 35. Не знаю. Ну, я знаю, мне так не полтинник. Вам лет 35. Этому, ну, лет 30 хорошо, если есть. Он младше. Молодой Дед Мороз, да? Он младше, чем вы. И при чем тут возраст-то? Почему вы боитесь меня? Потому что вы взрослую пугаете, женщину. Вы пугаете. Мне 50 лет. Если бы вы маленькие девочки, я минуту, не боялся, а так я боюсь. Минуту я вам принесу паспорт. Давайте, давайте минутку. Ну, я жду минутку. Минутку жду. Сколько сейчас время? Сейчас время? Ну, чтобы минутку, чтобы было. 18:44. Все, 18:40. Ну, 6 вы примерно. Ну, вот здесь примерно, да. Примерно. Нет, не примерно. Да, здесь. Хорошо, давайте здесь. Дайте здесь. Да. Да. Все, я жду вас. Все. Просто жуть. Меня дождались? Да. Это... Да мне и тут хорошо. А мне здесь хорошо, не поверите? Пол женский. Да, вы женщина. Супер, да? Да, вы женщина по паспорту. И? Ну, не надо меня так тыкать-то, ну что это такое? Нет, ну, мне чтобы не надо вы так... хорошо видели. Не надо мне так. Нет, чтобы вы снимите очки, будете хорошо видеть. У вас же тоже минус какой у меня. А, да, минус. Ну, вот снимите очки, вы знаете. Ну, я вижу, видеть. Я вот буковка Ж. Ж. Елена, да? Ивановна, да, Подсветова. Да? Место рождения? Место я не вижу, оно другое. Не а, видите? Город Москва. Все здесь. Мне прям по носу больно ударили. Ой, да какая неприятная, извините. Ну, не могу извиниться за нее. А, смотрите, я подтверждаю, что вы по паспорту являетесь женщиной. Что вы еще какие у вас вопросы ко мне? Не у вас ко мне. Не у меня к вам, а у вас ко мне. Ну, у меня нет, к вам уже, вот лично к вам нет. Вот, вы понимаете, вы пытались меня обвинить. Я не пытался, я нет, до сих пор обвиняю. Нет, не. Вы сделали, как сказать? Доброе дело. Нет. Вы клеветали. А, так это, наверное, у нас нужно... Клевета. Меня надо ждать в полицию. Что я детей, что магнит травит да, детей. Да, именно этот магазин. Да, это... что именно этот а магазин А вы скажите мне вот честно, травит. Как на духу, скажите, вы здесь работаете в этом магазине? Нет, я вам не скажу. Видите, не работает девушка. Она я как на духу не скажу. Не работает. А если работает, а то вот стесняется. Останется.
стесняется. То есть, не, я, в принципе, согласен. Хватит вот, врать. Вот что-то мухи летают, вот какие вот там, и, видишь, вон летают. Вон, смотрите, сколько мух. Говорят, муха. Сколько муха живет, говорят? Не знаю, по-моему. Трое суток? Вон, смотрите, сколько мух. Вот, трое суток, вот, говорят, реально, посмотрите. Муха живут. А посмотрите, сколько мух. Вот представляете, а у нас здесь новость. Муха живет не трое суток. Ну где да. Детская? Трое суток она не протянет. Детская где? У меня закончился к вам. Детская где? У меня есть к вам вопрос. Где детская? Вы скажите лучше, вместо того, чтобы... Вот сюда вот скажите. Не буду, не надо меня трогать, не надо меня трогать. Вы скажите вот сюда вот. Да не надо меня трогать, ты что ж мне по ногам ходит? Все. Да вы скажите своим подписчикам. Вон, смотрите, вот видите, там идут. Что вы обманываете. Стражи порядка, идите, скажите, что вас оклеветали. Окей. Сделайте вот. Где этот у вас? Петушара. Только что тут стоял. Это. Вот, собственно, гражданка оскорбительно предстает гражданам, выражается грубой нецензурной бранью, в состоянии алкогольного опьянения находится. Дальше тут еще была бранью. Один петушара. Покажите, пожалуйста. Да. Я сказала петушара. Да не, в подсобке вас под... Где вас сказано, что я грубой нецензурной бранью. Это я оценил вас так. Я знаком с матом. Враньем? Так, административное правонарушение совершается. 20.21. Враньем. Я... Это понятно. Из-за этого вызов? Не только, тут много. Здесь оперативная группа еще нам нужна. Для чего? Тут у нас детское питание просрочено. 238 статья Уголовного кодекса. Детское питание? Сколько только... Где детское питание просрочено? На спецприемнике пока. Да пока... С вами запрос закрыт, все. Так, следственно-оперативная группа по этому поводу. И вот еще один молодой человек тут. Подсобочки. Или он ушел, я не знаю. Нет, он тут где-то ходит. А, уходит. Но он же, хотя петушары, наверное, не мужчина, не отвечает за слова, да? Я думаю, нет. Он представился просто петушар у вас. Мы не знаем. Других его кличек мы не знаем.